Организатором митинга выступил общественный деятель Михаил Влак. Участники акции обсудили общественно-политическую, экономическую и социальную ситуацию в стране. Как будто живем в Америке или в самых богатых странах Европы. Такие цены, как сегодня у Молдовы, такие цены, как платят жители Гагаузии и вся страна, ну, если поискать, мы не найдем. Мы сегодня видим, как вторую зиму наши люди просто выживают. Наших людей стало нищих все больше и больше. Простые люди не знают, чем накормить своих детей. Они не знают, что они будут делать завтра. По словам депутата Народного собрания Ильи Узуна, проблемы, с которыми столкнулось население, это последствия правления нынешней власти. Вы знаете, в голове вагон мыслей. И те мысли, которые беспокоят и вас, это все проблемы, с чем столкнулся наш народ. Это и газ, это и свет, это маленькие зарплаты и так далее, и так далее. Я вам здесь новое ничего не скажу. Вы это все знаете, вы это пережили и переживаете. Но проблема здесь не только вас, но и в нашей власти. Посмотрите, уже сколько лет мы проводим митинги, Башкана с нами нет. Я не хочу ее критиковать, но она должна быть своим народом. Председатель народного собрания, и депутаты, все, и члены исполнительного комитета, но их нету. Участники митинга также затронули и тему безопасности страны. Нам надо обратиться к руководству страны, что нам не надо вооружаться. Нам не нужны танки, нам не нужны БТРы. Есть у них возможность здесь помогать нам. Нам нужны комбайны, сеялки и скорая помощь. Вот такая техника нам нужна. По итогу протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали отставку президента, парламента и правительства. Они также потребовали от властей оплатить счета граждан за последние 2 года. Мария Статова, Григорий Ставилов, Алексей Герчин, Новости ГРТ.